Всем привет, мы продолжаем играть в Кредо. Мы с вами сейчас находимся так, а весь прикол в том, что тут есть я так подозреваю, что это какой-то этот город. Давайте я туда сбегаю, посмотрю. Плюс там есть вот этот навык. Хочу его забрать. И после этого двинемся по основному сюжетному заданию. Я не уверен просто, что это за город. Так, 200 метров. Они с кем-то воюют. Ну окей, пускай воюют. Пришел твой. Покажи мне все. Так. Куча интересного барахла тут. Оксенфорд. Lumbare ad furore de hominibus quasi stertus. Fetid dominus nostra sapiens nubus. Vide collecta supra in terra athere. Et locustus est anteum. Так, ну тут проблемка одна. Не хочу промахнуться. Так. Et fixa ad eos rapscaius Andreas Dominus Noster, et cia ita est. Ключ находится там вот. Мне интересно, наверху есть проход, или мне нужно будет обходить его как-то? Так, тут есть стежки. Сейчас, секунду, я открою карту, просто посмотрим, что тут есть. Тут есть стежки, тут есть чувак, которого можно нанять. Тут есть две важные вещи. Это... умение какое-то, навык. Во-первых, так сверху пробраться нельзя. Я прям счастлив. И второе, это то, что тут есть часть доспехов каких-то. Блин. Ну трое, я троих за раз
говорится, не факт, что... А, тут еще пикинер. Что, другого способа попасть внутрь нет или что? Что за бред? Ну, мне в любом случае нужен ключ, который внутри находится, и мне нужен там сундук находится, в любом случае мне туда придется залазить. Ты ж тварь. Дохни! Хорошо. Да, нужно избавляться от этого топора. Тут не открыть, только с той стороны. Вообще весело. Так, где тут есть какая-то дырка, в которую можно заглянуть? Так, ну нам придется лезть наверх, судя по всему, где-то тут должно быть место, откуда можно выстрелить внутрь, чтобы сбить. Так. Тут? Нет. Не спи. Тут тоже ничего. Что за бред? Что? Кто? А, вот этот. Ну, куда он побежал? А. Так, ты меня уже задолбал. Мы еще с тобой не подрались, ты меня уже достал. Что, падаль, страшно стал? Да не особо. Так, короче. Надо менять этот сраный... Так, мне нужно как-то с другой стороны выстрелить в эту херню, чтобы сбить замок. Но проблема в том, что замок не видно отсюда, вот можно попробовать как-то. Так, а как мне туда? Тут ничего толкового нет. Возвращаемся.
за что я люблю Кредо, так это за идеальное управление, которое выполняет ровно то, что ты хочешь. Ты хочешь прыгнуть куда-то? Ты не хочешь прыгать никуда. Все. А ну можешь ты вот тут стать? Нет, отсюда не получится, к сожалению. Отсюда можно было. Что за бред? Как-то же можно их же достать, эту херню. Что я пропускаю что-то и не знаю что. Так, что у нас тут? Херня какая-то. Заперли с той стороны. Ни хрена не видно. Опять же, отсюда я не достану. Сверху я не вижу нигде прохода никакого. Сейчас, секунду. Сидел на ноге, нога затекла. Остается... Так. Но опять же, он очень... Серьезно? Я дебил, ей-богу дебил. Я все время делал не то. Я почему-то даже не подумал о том, чтобы разбить витражи эти, честно. Просто даже ни на секунду не задумался об этом. Ну, прыгай. Больно? Нет? Нет. Берем ключ. Забираем добычу. Тут еще. Еще наверху какая-то добыча. Ну, давайте по порядку. Сначала разберемся с этим ключом. Заберем книгу знаний. Хорошо. Теперь можно вернуться наверх. А мне интересно, вот эти разбить теперь можно? Можно. А пролезть внутрь? Не, по этим пролезть внутрь нельзя. И тут дырки нет. А, вот. Что-нибудь полезное? Нет. Нет. А почему? Видно, чем-то подперто оно. Так. Ну и тут мы забираем штаны магистра. Неплохо, слушайте. У нас, кстати, из набора магистра уже достаточно большое количество вещей. Чё? Почему ты сюда залез? Ты мне можешь объяснить, в чем логика? Когда я тебя просил совсем о другом. Что за бред?
Я хотел вот сюда залезть. Выше ничего нет. Нет, выше потолок и все. Хорошо. Ну, выходим в таком случае. Так, в принципе, тут я забрал практически все, что меня интересовало. А, тут есть продажник, но меня это мало интересует сейчас. Давайте посмотрим, где у нас... А, вот тут у нас грядущее восстание, нам туда нужно. Давайте, наверное, быстрее будет отсюда. Сюда, или поехать так. Ладно, давайте поедем так. Ждем, когда прибудет наш патруль. Ой, иди нахрен. Все. Едем чисто на задание, все. На все остальное наплевать нам. Потому что... Итак, я затянул очень долго с поиском этих штанов. Кстати, по штаны. Я так и не посмотрел, сколько у меня вещей из набора магистра. Охотник, наручи магистра. Тут штаны магистра. Тут есть одежды магистра. И мне не хватает двух вещей из набора. По способностям посмотрим, что за способность мы получили. А эта способность называется... Отмщение Тора. Удерживайте кнопку, что накопить силы до сокрушительного удара, он будет тем сильнее, чем дольше вы удерживаете кнопку. Прикольно. А что у меня тут стоит вообще? Ложная смерть, прикинуться трупом. Давайте на четверочку поставим. Все-таки прикидываться трупом я пока не собираюсь. И едем по заданию. Выполним задание, дальше будет видно. Плюс нам бы на самом деле еще кое-куда заехать, чтобы парочку монастырей развалить. Но у нас, к сожалению, нет доступа сейчас к этим монастырям. Мы слишком слабы для этого. Как ни печально. Так, секунду. Какая прелесть, там белочка была на дороге. Вещи лежат просто, блин, щит какой-то этот. Нам лучше обойти и напасть сбоку. Не глядите в оба, иначе мы все погибнем. Идите нафиг, я сейчас этим заниматься не буду. Что бы это ни было, оно не настолько важно, чтобы я сейчас на все плюнул. Потому что очень нет желания этим заниматься, все. Так. Задание выполняем, и после этого уже будем смотреть. А, людей Эйдвин не осталось. Ядрик постарался. Да, кстати, мы скинули снаряжение с себя. Не снаряжение, а маскировку. Так, стоп, что это? Что это такое и почему я его вижу? А, это кого-то убили, я не буду этим разбираться. Лень. Так, ну мне осталось два предмета из набора магистра. После этого можно будет переодеться в набор магистра, наверное. Хотя я не уверен. Потому что все-таки набор магистра... Припасов у нее было в достатке. Вы славно потрудились. Пролилось много крови. Масло, стрелы для спрингалдов, фураж. Берем все ценное, остальное сжечь. Геадрик. Эйвор, Тены выжили? Все до единого. И собирают в фирт тех, кто может воевать. Тены тебя поддержат. В бою с Идвин нам пригодится любая помощь. А вы с братом, поддержите ли вы меня?
Ценю твою прямоту, Гедрик. Я с тобой, как и мой брат. Идвин уютно устроилась в своем замке. Она собирает там людей и припасы, будь она проклята! А где твой брат и его странный друг? Продолжают искать ту женщину, Фулке. Брат уверен, что она поможет нам покончить с Идвин. Но я не понимаю, как. Делай, что должно, Эйвор. Когда придет время битвы, мои люди будут готовы. Я двинусь к замку Кинни-Белли, поведу Фирт на приступ. Идвин защит... Может, я могу как-то ослабить ее хватку вшире? А, дельная мысль. Можешь избавить нас от ее подпевал, если встретишь. Итак, мы отбили часть припасов. Если найдешь еще... Это легко. Как будете готовы, приходи в лагерь у замка Кинни-Белли. Барсучья желчь и... Прекрасно. В принципе, нам осталось не слишком много. Я наконец-то понял, в чем прикол вот этого, вот, когда мы говорили. Не мне, а рассказывали, что ты предашь своего брата. Он кричал, что нет, никогда в жизни не предам брата и все такое. Я наконец-то понял, в чем прикол. Потому, он предаст брата в любом случае. По одной простой причине, его брат стал одержим какой-то высшей целью, которая ему не интересна. Он хочет одного. Нравится? Можешь купить. А, двуручный... То, что ну, надо. Не нравятся мне двуручники, не то чтобы. Причесок как говна. Ну, это все для персонализации. Опять же, если вы просто играете ради прикола, и персонализация вас прям очень интересует, только так, тратьте, пожалуйста, вообще. Если вы играете для чего-то более, там, знаете... Не просто проходите ради прохождения, а вам действительно интересно. О, чудесная вещь. Вот этот охотничий неплохо. Шепот смерти. Можно его сравнить с моим, блин? Нет? Жаль. Нужно быть готовым ко всему. Я все куплю, потому что ты мне нравишься. Я возьму шепот смерти. Теперь ты просто... я уже уходишь? Хочется. Жаль. Еще увидим. Так. Что еще? По предметам. Ну, лук, естественно, сейчас хуже, чем наш. Но наш... Я бы вот этим пользовался иглометом, но он просто отвратительный. Вот этот вот нужно взять, прокачать. Но это будет немного позже. Пока давайте сюда вернемся. Я не помню просто, что я хотел прокачать. Вот в чем проблема основная. Отражение стрел. Это прикольно, кстати. Скажу вам честно. Скольжение. Тут что? На одну руку мастер нет. Это что у нас? Безумная ярость. Неплохо. Давайте идти вот, наверное, к безумной ярости, что ли. Усиленный выстрел. Давайте возьмем вот это. Это удобная херня подбирать чужое оружие и им убивать. Но это нам... не то чтобы нам очень поможет сейчас. Это в общих драках очень хорошо, а так то бессмысленно. Что это? Почему, блин, нельзя нормально подписывать, что это за херня? Хорса 130 мощь. У нас мощь 80 сейчас, или сколько там. Так,
Он ждет Линфорде у восточной окраины Оксфордшир. Линфорд. Люнден. Так, Грейт Ус у нас где? Грейт Ус вот. Он ждет в Линфорде. У восточной границы. Вот это все Грейт Уф. Ну, Грейт Уз. На северном берегу. Так. Ну и где этот Линфорд? Кинебелли. Область для набега. Так, по реке, северном берегу реки. Северный берег реки у нас тут. Есть подозрение, что это вот тут вот где-то. Я не помню вот этих волков, какой у них там этот... почему? А у меня еще очки навыка есть. Я провтыкал, да? Лук. Срочное наведение нужно взять, вот что. Так, стоп, я зря вышел из этого. Мне нужно вот сюда. Ну, туда и двинем. По поводу волков, я бы и хотел с ними сразиться. Давайте попробуем, ладно. Хрен с ним. В принципе, мы пока не очень далеко зашли. У нас 80 боевая мощь. Там волков, наверное, побольше нужно. Но зато мы убьем волков, там получим, скорее всего, никель. А это улучшение еще одного предмета из комплекта. Мне нужна твоя помощь, Тюнин. Тут вся проблема в том, что я не вижу, какого они уровня. Во-первых, во-вторых, у меня 7 стрел, этого маловато. Давайте наверх. Где они? А, вон они. В чем проблема? Чего я не могу в них выстрелить отсюда, типа? Мощь 160. Нет, спасибо. Ну, типа, трое по 160 это дохрена, ребятки. Я не вывезу их сейчас просто-напросто. Типа, был бы я хотя бы там по мощи, знаете, в пределах там, не знаю,
не понимаю, там, ну хотя бы в их пределах, типа 160 был там, ну или хотя бы 130 еще, как куда ни шло, а так, по сути, они 160, а у меня 80, то есть я в половину слабее, чем один из них, а их трое. Ну, они просто раскидают меня и все. Даже с учетом того, что я могу там прятаться и стрелять, а не лезть напрямую в драку. Это все равно херня получится. Так. Ну, в принципе, мы знаем, что они там находятся. Я просто забыл, сколько у них была боевая мощь, поэтому и не лез туда. Я хочу притормозить, чтобы лошадь немного отдохнула. Боевая мощь мы знаем. Мы сейчас проверим вот эту вот херню, где тут находится... Тут находится этот Сигурд или нет. Если нет, то пойдем искать дальше, потому что я что-то, может, туплю и не там ищу. В принципе, если тут есть возможность набега, то я ее совершу, потому что набег мне нужен в любом случае. Давайте посмотрим, сколько там. А, у них мощь, кстати, 220. Типа меня раскидают и не заметят. Так, еще раз. Он ждет Линфорде. Мне нужен Линфорд. Где Линфорд находится, хрен его знает. Он ждет в Линфорде у восточной границы. Так. Восточная граница, вот это вот. Линфорд где-то вот тут должен быть, по идее. На северном берегу реки Грейт Уз. Грейт Уз — это вот эта вот река. Вот она. Вот тут это уже Эрроу, Алн, а вот тут Грейт Уз, вот это. Вот он, Линфорд. Я дурак, я не ту реку посмотрел. Вот в чем проблема. Я посмотрел не ту реку, и поэтому я поехал вообще в другую сторону. Ну, в любом случае, я хочу поменять топор, потому что это ангельское крыло, конечно, прикольно, и все такое. Вот этот свет, который бьет сверху, меня бесит. Чтобы поменять топор, мне нужен какое-то нормальное другое одноручное оружие. Двуручным мне неудобно, мне не нравится, и я, в принципе, не хочу им сражаться. Ну, двуручными я имею в виду. Боже, мы в беде! Берегитесь! Че? Господи, святые небеса! Ядрик просил меня помогать вам, чем смогу. На нас напали воины Идвин. Мы будем благодарны за любую помощь. А вот эти вот, типа. Ёмен. Не знаю, кто ты такой. Да дай мне его растоптать, твою мать. Висячие люди. Этот загорелся.
Все, два выжило. Ну, извиняйте, больше не получилось. Все, нормально. Тут же ж ни хрена нет, потому что я раньше уже облазил эту территорию. Но я, более того, я не собирался даже им участвовать сейчас в этом задании. Я, по-моему, случайно сбил птичку, извините, пожалуйста. Так, весь смысл в том, что я хотел просто доехать до нужной мне точки. С дуру лупанул на точку, которая является вражеской. Обидно, досадно, но ладно. Там враги. Не стоит привлекать внимание. Да я не собирался. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять. Это все? Меня заметил, молодец. Не получилось у тебя. А, стоп, почему я их просто уничтожаю? Да ты можешь подняться, пожалуйста? Может, их обшарить можно? Нет? А раньше можно было. Ну, я имею в виду, в Одиссей можно было обшарить эти территории. Неплохо. Так, 180 метров. Двинули. Эти задания, блин, все лучше и лучше на самом деле. Кайф, просто кайф. Почему тут столько врагов? И, в принципе, как мне их обойти тогда? Окей. Это вообще, в принципе, по какому поводу праздник тут? Кто-то может мне объяснить? Это тоже нужно их перебить, или... У старой пристани. Вот и лагерь. Вот этот лагерь имеется в виду, да? То есть мне его нужно перебить. Головорез. Интересно. Того два головореза. Пойду посмотрю. Пойди посмотри.
Блин, убивать. Собирали. Тут еда. Но ее взять я не могу. Ладно, идем сюда. Так. Никель еще один, шикарно просто, боже, обожаю. Ну, каждый вот этот вот никель, это возможность мне переделать одно из... Тело побрали, взяли все ценности и не замели следы. Точно дело рук разбойников. Давайте добьем наверняка, ведь мы его добили уже давно. Этот, не этот. Да, этот. Не. Я что-то думал этот, но ладно. В принципе, мне пофиг. Обшарить еще двоих не такая проблема. Все равно я всех уже перебил тут. Ну, этот чувак, видно, ворвался этот бодрячком в толпу и решил всех замесить. Да отправишься ты на пир все отца. Решил замесить всех, кто есть. Я не могу туда спуститься. Почему? Могу. Да он почему-то не хотел просто спускаться. Тут добыча просто есть. Так, железная руда, железная кожа. Так, хорошо. Тут еще что-то. Да, но для этого нужно подорвать, а у меня нет бочки этой херовой. С подрывалочкой. О, во. Подбираем. Теперь главное не упасть. Будет эпично. Нес, упал, умер. Вы знаете. Так, что у нас тут? Я горю! Да знаю, успокойся. А вот и наш брательник. Как нам расположить ее к себе? Объясним, зачем пришли? А вот и Эйвор. А, ты как раз вовремя. Божья женщина Фулки здесь. Ее держат в монастыре Святого Альбана. Прямо за поворотом. Время пришло, Эйвор. Совсем скоро все изменится. Я бы порадовался за тебя, если бы знал, кто она и зачем нам нужна. Я достаточно рассказал. Сейчас пора действовать. Ты не сказал ничего. И ждешь слепого доверия. Я хочу говорить с ней. Я твой ярл. Этого вполне достаточно. Зачем? Хочешь, чтобы она превратила Идвин в угля? Фулки не единственная наша цель, Эйвор. В монастыре целая гора сокровищ. Все не пересчитать. Воруй серебро и золото сколько хочешь. Но если в округе будет некого нанять, богатство не принесет пользы. Люди со всей Мерсии придут дать отпор женщине, продавшейся Уэссексу. Эйвор, было время, когда ты шел за мной, не задумываясь. Ведь мы доверяли друг другу. И ты знал, что я никогда тебя не подведу. Не стану убить. Почему ты больше не видишь во мне того, кого видел раньше? Сигурд. Ты знаешь, что я не... Я пойду за тобой. Но эта охота не может длиться вечно. Разумеется. Монастырь нас не разочарует.
Все знают о его богатствах. Что ж, посмотрим. Так, меня интересует, где именно этот монастырь сраный находится. Вот этот? Возможность для набега. А какая мощь нужна? Просто, чтобы я не вызвал сейчас свой корабль. Так, где там? Призвать дракар. Финнум дир грипан. Так, стоп, куда мне плыть? Чтобы я не поплыл еще не в ту сторону. Мне плыть вот сюда. Типа вот так, по этой метке мне. Сначала по этой метке, а потом... Что известно об этой женщине? Мало что. Вроде искательница приключений. Дэн назвал ее еретичкой. Тем лучше для нас. Она хотя бы точно знает, чего хочет. Завидный оптимизм, брат. Вроде бы вот сюда мне. Кормим же ворона! Так. У меня такое чувство, что тут просто ни хрена нет. Я прибежал зря. В чем дело? Ну, пока я получил ровным счетом ни хрена. Трясти их и забирайте все. Это кто там на меня еще этот? Напала. Тихо. Обойдем врага. Так, у меня пока одна серьезная проблема. А именно, я не понимаю, где... А, вот там. Окей, а как мне туда залезть? Мне нужен ключ, что ли? Нет? Что у нас тут? Идем воевать, потому что я что-то теряюсь. Чисто на удачу. Нужно вон туда. Вот это забрать. Тут есть что-то, ну ладно.
Я вообще не понимаю, куда мне, блин, двигаться, где я нахожусь и куда мне двигаться. Мне нужно вот это, вот это, вот это и вот это. Так, 40 метров вот сюда. Двинули. Блин, с вами. Идем сюда, мне нужно тут забрать. Где и что тут есть? Где-то вот тут. Там будет крипта или темница, полагаю, при главном храме. Сгодишься! Так, 30 метров где-то вот тут. Открываем. Мне тут нужна помощь. Хорошо. Хотя бы вот эти материалы я забрал уже хорошо. Этого, к сожалению, еще мало, но хоть что-то. Так, тут 18 метров, где-то вот тут. То есть в этом здании должны быть материалы, так? Да. Ну же, помоги мне! Хорошо. Забираем эти материалы. Материалы. Сюда, на помощь! Так. Эй, подойди-ка сюда! Забираем. Так, где-то тут был еще какой-то снайпер сраный, который мне всю малину портил. Где он? А, он там где-то, да? Так, вон там чувак с ключом бегает. Я его чисто случайно перехватил на самом деле. Так. Допустим, где еще материал? 30 метров вот сюда. Да. Поэтому заперто с той стороны. А выбить мы не можем. У нас, блин, 20 лбов здоровых, но нет. Материалы в этом. Хорошо. Не открыть, только с той стороны. Может, ее увели? Нет. Она точно здесь. Так, ну там внизу какой-то... Ну-ка, вместе! Весь смысл в том, что мне нужно залезть внутрь. Типа без них, наверное. И открыть проход. Сейчас ты сдохнешь. Торопиться, там сдохни. Тихо. О, тут что-то есть. Какая-то инфа. Так. Ах!
главное бы это сраное развалить. Можно его развалить? Нет. Так, тут понятно, тут разбить стену надо. Тут понятно, записка какая-то сраная. Можете одного этого упокоить или нет, блин. Трое человек не могут одного, блин, избить. Сюда. Наконец-то. Но сначала... А где? Вон там. А мне нечем его разбить, да? Есть какая-нибудь херня рядом, чтобы можно было поднять, типа, и бросить в нее? Взрывная имеется в виду. Походу нет. Тут что? Тоже какое-то письмо. Но, к сожалению, то, что мне нужно, отсутствует полностью. А как? А, во-во-во, нашел, шикарно. Подбирай. Идем вперед. Не тут. Подождем немножко. Потому что там подожжет нас. Так, это последний этот. Дальше пойдем за этой. Интересовал просто возможность получения дивидендов, так сказать, чем возможность пройти их квест с этой пульки. Благодарю тебя, возлюбленный Иисус, за то, что дал мудрость узреть. О, Шаудабаома, сквозь облако Софии. Давай. Кто посмел войти в это святилище? В пещеру, пропахшую мочой и слезами? Как ты смеешь? Нам нужна Фулки. Она больше не будет вас истязать. Это безумное? Самозарожденный дух прислал ангела, чтобы забрать меня. Открывай дверь. Ее должны наказать за ересь, но не даны, не магометане, а истинные христиане. Монах, наши руки в крови ваших стражников. Неужели твоему богу так нужны мученики, что ты готов к ним присоединиться? Разумный вопрос. Я должен помолиться. Да быстрее давай, блин. Молится он еще. Господь велит мне привечать всех. Что ж, вот ключ. Возьми. И уходите оба, ты и твой странный друг. Слушай... Все правильно. Лучше один раз отдать Хвала ключ. Хвала тебе, хранитель сокровищницы света, за шанс на спасение. Тебя прислали ангелы Сокласа? Или самозарожденный? У меня нет ответа. Это тебя зовут Фулки? В этом мире я Фулки. Скромная искательница истинной сути самозарожденного. И ты собираешь артефакты? Собираю орудия детей Сокласа Глупца. И у меня много диковинок. А есть ли среди них гладкий камень с необычными знаками? Как любопытно. Рясы и капюшон скрывают смуглую кожу, а этот дьявольский клинок... Нам нельзя медлить, скоро здесь будут воины. За монастырем есть стойло, там мы сможем спокойно поговорить. Веди нас. Идем. Я просто увидел, что тут есть что-то, поэтому сюда пошел. Ладно, пошли. Следуйте за Фулки.
Следуем. Да, у меня ж набег как еще. Как долго ты пробыла здесь? Недели три. В процессе, так может, сказать. Может, месяц. Из-за твоей ереси? Да, именно. За свою жизнь мне удалось собрать множество ценнейших предметов, созданных рукой ложного бога Демиурга, которому поклоняются эти дурни врясы. Я находила эти реликвии по всей Германии и в земле франков. И в Англии тоже. Леди Идвин считает их святотатственными, но ее ум затуманен. Этим предметам нет цены. Можно ли взглянуть на них? Если хочешь знать правду о своем происхождении, ты узнаешь ее сегодня. Да, хочу. Я последую. Короче... Хватит с меня тайн, Сигурд. Фулке хранит предметы огромной ценности. Один из них может раскрыть мою сущность. Твою сущность? Ты говорил это для дела, для победы над Идвин. Знать, что ты потомок древних богов, уже победа. Я получил бы власть над этими землями. Потомок богов? Брат, во имя Глаза Одина, что ты несешь? Фулке, говорят, у тебя есть камень со странными символами и изображением древа. Это правда. Он зовется Камнем Сак. В эти земли его привез Дан по имени Рагнар Ладброк. Он при тебе? Это жемчужина моего собрания реликвий. Ты продашь этот камень, чтобы заключить союз? Нанять воинов? Или ты... Пожалуй, подожду, пока вы трое при... Ждать ни к чему. Мы хотели бы взглянуть на камень. Никому не под силу их прочесть. В таком случае ты ничего... Это верно. Спасибо тебе, о самозарожденный. Шепот богов тут ни при чем, Фулке. Ты пришла по моему зову, Эйвор. Я говорю от их имени. Почему пришла? Брат, у меня уже голова... А меня, между тем, ты все больше и больше интригу. Камень Сак спрятан. Его оберегает мой помощник. Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Идем. Отнесись к камню без предубеждения, Эйвор.